Председатель фракции «Единая Россия» в муниципальном совете депутатов Вячеслав Киреев организовал работы по благоустройству территории вокруг пруда в деревне Салманово. Как пояснил парламентарий, несколько лет назад здесь построили специальную плотину для регулирования объема воды. С приходом тепла был увеличен сброс и проведена регулировка потока, чтобы не допустить затопления въезда в деревню. Добавим, что старинный пруд в деревне Салманово был восстановлен 5 лет назад, также по инициативе местных партийцев.